сегодня мы собираем стенку Юджи. Вот инструкция. Инструкция подробная. Ну, приступим к сборке. Для начала, конечно, распаковываем и расставляем все по стеночкам. Так, по традиции, время начала сборки. Монтируем опоры. На дне есть разметка, поэтому смонтировать несложно. Опоры регулируемые, поэтому после установки шкафа крючок стегранника можно будет поднять или опустить части опор. Теперь ставим стенки. Если этот эксцентрик не поставить, то потом его не поставить. Вот он перекрывается теплым. Все, теперь берем конфирмат и крепим к стенке в днищу. Это фасад. Соответственно, ставим стенки вот так. Выравниваем плоскости. Проверяем пальцем. Выравниваем и затягиваем конфирмат до конца. Также выставляем все остальные стены. Крышка для нижней тумбы сделана симметрично, как для левого варианта сборки, так и для правого. На этой стороне у нас есть разметка под шканты и под эксцентриковое крепление. С этой стороны все чисто. Часть шкантов должна идти наверх. Соответственно, вот эти отверстия нужно будет рассверлить. Сейчас мы этим и займемся. Сверлим под шкант сверлом диаметр 8. Поскольку у нас правый вариант сборки, то мы рассверливаем отверстие. Показываю. Вот это и вот это. Здесь шкант пойдет на внутреннюю стенку, а также вот эти два. И по нашим стенкам смотрим. То есть у нас вот эти два и вот эти два. И вот эту пару. Сначала проходим малым сверлом, а затем восьмеркой с той стороны, для того, чтобы не вырывать облицовку. Если у вас есть сомнения, где рассверливать, это вы можете сделать потом. Главное сейчас рассверлить под конфирмат. Потом, когда вы смонтируете крышку и будете монтировать дальше стенки, вы просто увидите, где вам нужно досверлить. И легко это сделайте на собранной конструкции. Поставим стойки для эксцентриков. Поставим шканты. Теперь собираем крышку. Садим на конфирмат также.
Все, крыша собрана, вот так она выдвинулась с этой стороны и с этой. Ставим ее на место. Фасад, как я говорил, уже вот с этой стороны. Фиксируем эксцентриком. Теперь готовим крышу для второго уровня. Вот она у нас. Сюда ставим штанты, сюда стойки для стенки. Вот здесь отверстия для эксцентриков, поэтому они идут назад. Это не фасад, не ошибитесь. Устанавливаем крышу и фиксируем эксцентриками. Все, клумба собрана. Теперь собираем заднюю стенку. Заднюю стенку лучше монтировать по частям. То есть по инструкции нужно смонтировать одновременно, закреплять вот на такие штанты. Но крепление это будет подвижное, поднимать и монтировать ее все сразу неудобно. Поэтому закрепим отдельные части, а потом монтируем стенку. Монтируем это на первом. Теперь монтируем полки. Вот это стойки вертикальные, остальное видно также. До конца не крутим, ставим так, чтобы на одну небольшой люфт, потом затянем люфт, чтобы можно было выставить в случае какого-то перекоса в разметке. До конца не докручиваем, окончательно закручиваем потом. Вертикальные консерваторы подтянули, а теперь притягиваем стенки, если все выровнено.
все остальное собрано, теперь осталось навесить дверки, прибить заднюю стенку и прибить к стене, как предусмотрено проектом. Прибил заднюю стенку. Задняя стенка прибита. Теперь смонтируем дверки. Дверки сделаны, теперь ставим декоративные накладки и монтируем к стене. Еще несколько заглушек. Вот сюда для ножек. Но мы их поставим после выравнивания и крепления к стене. Вот на такие планки мы соединяем части задней стены. И вот на такую мебельную петлю, их две штуки, мы будем крепить к стене. Может, практически стенка собрана, готова к монтажу в стене. И осталось закрепить шкаф в стене. Все ставим на место и закрепляем к стенке. Ну и время окончания сборки вот. Вот так выглядит эта стенка. Сюда вы ставите телевизор. Здесь у вас дополнительный ящик. Стенка никуда не денется, закреплена к стене. Хорошая, красивая стенка. Собирайте сами, никогда не бойтесь собирать небольшими руками. Удачи вам! Подписывайтесь на канал. Будьте со мной, будет интересно.